Нельзя сказать, что каждый человек, который решился на пластическую операцию, обладает какой-то глубинной психологической проблемой. Но очевидно, что какая-то у него проблема есть, потому что он не нравится себе внешне. Само по себе это уже проблема. Насколько она глубоко в нем живет, это только психотерапевт скажет. Но действительно есть люди, которым очень сложно принять самих себя в целом, и они самих себя целиком не могут принять. И вот это ощущение того, что ты что-то поменяешь в себе внешне, и твоя жизнь изменится, это такая мечта, надежда. С другой стороны, возраст у нас в целом очень жестокое время в отношении возраста. И не случайно все там говорят про этот эйджизм там, и так далее. У нас молодость в почете. У нас молодость в нашей культуре обладает ценностью. И попытка оставаться молодым, насколько это возможно, это, сказать, такой бег или бегство. Вот. И не все готовы красиво стареть. Вот. Кто-то хочет подольше быть молодым, как ему кажется. Вот, потому что, на мой взгляд, пластические операции не способны вернуть вам молодость. Ваша молодость – это в вашем ощущении жизни. Вот, поэтому, может быть, и так, и так.